you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Если это видео окажется в правильных руках, то оно станет популярным. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на сервере Север Ролиплей. Мы не Кирилл Путбул. Итак, друзья, сегодня решил загонять в казино, так как бы денег у меня особо немного осталось, но возможно мы какой-то бизнес себе купим, что по онлайну, 54 онлайн, в принципе нормально, сейчас поедем в казино и посмотрим, будет ли кто-то там и с кем мы сможем поиграть, надеюсь. Так, извиняюсь за радио. Так, включаем лимит, заводим машину и поехали в казино. Казино, по-моему, находится в Арзамасе, вроде бы как, если они его не изменили. Ну, я помню то, что оно было в Арзамасе, и, в принципе, мы сейчас сразу туда поедем и посмотрим, есть ли там казино или нет, и есть ли там люди, с кем можно, в принципе, поиграть. Ай-яй-яй, ладно, просто если бы я сейчас тормозился, я бы мог в отбойник лететь, не хотел тачку разбивать. Блин, бэшка, конечно, топчик. Заходите, чуваки, на сервер, я здесь частенько как бы играю. IP, группа, модпак, все будет в описании, так что заходите, будем играть вместе. Так, ну Казик где-то должен быть здесь, вон там. Чувак на скутере едет. Так, давайте. Светофора нету. Блин, нахрена тут, конечно, машина, это, наверное. Так, ну давайте зайдем, посмотрим, кто там есть. Или если там вообще кто-то. Вот в чем вопрос. Так. Давайте заходим. И никого здесь нету? Четко. Что ли? Серьезно? А вообще одно казино мне интересно. GPS. Подработки. Так. Инфраструктура. Остальное. Что-то казино даже здесь не вижу. Развлечения. Counter-Strike, казино. Ну, в принципе, казино это, наверное, вот это. Где я? Ну да, в принципе, это оно есть, как бы. Кстати, бизнес по воду стоит. Так, чувак меня в казик позвал, но тут как бы крупье нету. Вот в чем проблема. А без крупье тут как бы играть нельзя. Вроде бы как. Или можно? Или нельзя? Хрен его знает, короче. Давайте пробуем бьяву кинуть. Вообще не в купание отправляется или нет? Ну, что-то никого нету в казике вообще. На самом деле это печально. Так, приду привет, Кодер Капоне. Что? Блин, вообще не с кем играть, как бы. Во. Вот это пошла тема. Вообще заебись. Так. Я тут подписчик. Ну, красавчик, чувак, красавчик. Красавчик. Давайте ему даже 100 тысяч дадим. 19. Соточку мы дадим. И будет все заебись. Блин, в казино никого вообще нету. Мне даже очень печально что-то, блин. Антенки на тоже что-то не работает у них. Ну, она работает, но, бля, как-то через жопу. Эх, не знаю, что будем делать сейчас. Либо дождемся, либо что-то поедем. О, кто-то едет. Но не к нам, походу, да? Или к нам. Тут чувак приехал. Точнее, поехал. Ну, ладно, в принципе. ГМП-приз. Давайте на мероприятие тогда тпхнемся. И все. В натуре давайте на мероприятие тпхнемся. Вот так вот сделаем. Сука, паркур. 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 Надо скриншот сделать. Идите, дети мои. Вот это я паркурист, блядь, от бога нахуй. Съебались. Батька бежит нахуй. Стой, сука. А, не допрыгнул, лол. Хоп нахуй. Хоп нахуй.
Бля, как туда перепрыгнуть? Сука. О, вот это я красавчик. Так. Паркур у меня в крови, блядь. Куда прыгать, нахуй? Сука. Обратно. Повтор. В принципе, там ничего сложного нету, блин, но мы с этим разберемся. Так. Я ж паркурист от бога, нахуй. Хопа. Видали, видали, а? Давай. Пацан вообще спортивка там вообще красавчик. А я уже, походу, выкупил. Блять, вчера чуть не упал, только что, вот что я выкупил. Да ёб твою, блядь, сука. Хоп. Съебись, чувак. Блять, ну ты, сука. Ну ты, конечно, блять, валенок, чувак. За тебя пришлось все сначала делать. Я знаю, я по-любому сейчас пройду эту, блядь. Если какой-то даун бы не мешал мне постоянно. Да съебитесь вы нахуй. Паркур. Сейчас я разберусь по-любому. Там уже кто-то пролез? А, хуй там был, да? Там какая-то есть хитрая заманка. Как манка, только заманка. Так. Ну, сука, даун или что? Съебались отсюда, съебались. Вот так вот, нахуй. Конкуренция, блядь. Сука! Ну как так-то? Бля, это пиздец. Я уже, наверное, 10-й раз бегу просто. Просто все мешают, все толкаются, блин. Прям обидно, нахуй. Потому что многих кто мешает. А съебись ты, нахуй. Паркур. Е-е-е. Мне кажется, там какая-то хуйня есть. Я чувствую. Как он туда залез? Сука, пидор. Так. Паркур, блядь. Съебались. Блядь, сука. Надо было эпично. Нихуя себе. Это еще та надо... Бать. Не, ну пацаны, чувствую, сегодня будет бомбалейла конкретная прям у меня. Сука, да хватит тебе падать, блядь. Конечно, некрасиво то, что их сталкивал, но такое дело. Дело молодое. Погнали. Блин, ну, конечно, пока-то мало людей. Сейчас мы можем и нормально пройти эту хуйню. Так, давайте. Да ёб твою, сука, нахуй. Снова эта хуета начинается. Ты чё, сука? Да прыгай ты, дятел, нахуй. Долбоёбы, они везде долбоёбы. Съебались. Да пиздец, нахуй. Блин, чуваки, тут, конечно же, самое жесткое. Я уже подожду, пока все пропрыгают. Чтобы потом я мог спокойно. Да ну как так-то? Чё он не прыгает? Вот чё он не прыгает? Вот, блять, скажите мне, пожалуйста, вот, какого хрена? Просто надо пройти вот ту всю хрень. Я реально в ахере просто. Да, батя не паркурист от бога, конечно. Ай, как у меня бомбит просто, чуваки. Вы бы знали сейчас, как у меня подгорает, блин. Наверное, у меня сейчас пукан горит пламенем синим прям. Не, чуваки, паркур это не для слабонервных. Отвечаю, просто бомбит конкретно. Я еще просто выключал микро, когда сильно прям подгорало. Ну реально, ну не перепрыгнуть. Ну как-то вообще по-дебильному. То кто-то мешает, то еще что-то. Вот я сейчас, смотрите, сейчас спокойно прыгну. Потом сейчас прыгну. Да. Бля, у меня просто подгорает жестко. Я уже раз 100, блять, умер просто. Раз 100 реально где-то умер уже. Блять, сука, блядь, ну реально, сколько можно просто? Я
Просто без комментариев. Просто, блин, невыносимо отвечаю, просто горит. Так, быстрее, чувак, пока народу там до хера бежит просто. Так, СТП. Вот что только что это было, мне интересно. Ну что там стал? Ну что там стал, чувак? Чё ты тут стал? Ну отойди, блин, не мешай другим, сука. Заебал. Реально заебал, чувак. Ну и какого хуя я не допрыгнул обратно? Вот понимаете, я тупо не могу допрыгнуть. Я один, у меня всего лишь один раз получилось. Мне просто бомбит. Как у них так получается с первого раза? Ну, видите, просто он не захватывается. Просто, блядь. Я не выкупаю, что за хуйня? Просто я не выкупаю. Вот смотрите, просто у всех получается, кроме меня, запрыгнуть. Вот реально. Сука, у всех. Я все нажимаю нормально, он какого-то хуя просто не зацепляется. Просто не зацепляется. Сука. Прям сейчас разрывает меня конкретно, отвечаю. Прям бомбит ебаный свет. Так, ты съебись отсюда. Тоже. Ёбаный рыжик, сука, сзади. Чмо ебучий, блядь. Пацаны, просто не пробуйте, отвечаю. Тут любой просто не выдержит эту всю дичь, реально. Я уже где-то минут 40 вот этим занимаюсь. Понимаете? И ни хрена не получается. Ни хрена вообще. Сейчас чувак запрыгнет, смотрите. Не, хуй там был, конечно. Так. Вот как они запрыгивают? Вы мне расскажите. Ну просто, сука, он падает, блять, и все. Это просто охуенно. Я ебал этот паркур, блять, чуваки. Может, типа я бомблю там и так далее, но реально. Просто. У меня он не хочет. Просто не хочет, блять, захватывать эту хуйню. Просто не хочет. Какой-то даунский у меня персонаж, блять. Просто не берет он, и все. Просто, сука, не берет. Охуенно, пробежал, блядь, 2 метра и умер, охуеть. Просто реально, чуваки, я бомблю не просто так, но реально, это тупо невыносимо. Это, наверное, самая, блядь, выводящая хрень в мире, отвечаю. Паркур, блядь. Просто я, все уже, ну, я зашел, это уже мероприятие давно шло. Где-то люди уже, блядь, час не могут, сука, нормально пролезть. Более сдавны какие мешают. Ну, я ж про таких давно говорю, блядь. Понимаете? Спасибо тебе, чувак, сука. Вот сейчас попробуем, смотрите, просто. Чувак только что запрыгнул. Вот я, сука, не могу никак запрыгнуть. Почему? Почему я не могу? Вот, серьезно, почему? Все могут, я нет. Вот реально. Карма или чё, блядь, реально. Я... Блять, на месте основателя запретил бы эту хуйню. Реально выводит. Я думаю, не один я сейчас бомблю. Понимаете? Я уверен, всех, кто сейчас здесь уже где-то полчаса, не все бомбят просто. Потому что это, сука, пиздец. Так. Ну да, нормально. Просто не залазит. Все, чуваки, я пускаю руки, ну его нахуй. Я вам показал... В принципе, ну никто не может пролезть нормально. Ну я, мой вообще персонаж не хочет. Один раз залез, все, больше того вообще не хочет залазить. Реально, меня просто горит. Это реально невыносимо. Так что я буду заканчивать уже серию. В принципе, блин, бомболейла, конечно, сегодня была конкретная. Давно такого не было. Все ссылочки будут в описании. Заходите на все райти и ждите новых серий, в принципе. Ну если будет КМПшка, вот сами попробуйте. Вы убедитесь, что это просто... Разрыв пукана конкретный. Ну ладно, это у меня все. Всем пока-пока.